Думать значит притягивать. Чем лучше вы начинаете понимать силу закона притяжения, тем больше вы будете заинтересованы в том, чтобы сознательно контролировать свои мысли, потому что вы получаете то, о чем думаете, хотите того или нет. Все, о чем вы думаете, без исключения, вы начинаете притягивать в свою жизнь. Когда вы слегка задумываетесь над тем, чего вы хотите, по закону притяжения мысль становится все больше и больше, все сильнее и сильнее. Когда вы думаете о чем-то, чего не хотите, закон притяжения питается и этим, и эта мысль тоже растет. Таким образом, чем больше становится мысль, тем больше энергии она содержит, и тем более вероятно, что она воплотится в вашей жизни. Когда вы видите что-то, что хотели бы исправить, и говорите «Да, я этого хочу», своим вниманием вы приглашаете это в свою жизнь. Однако, когда вы видите нечто, чего не хотите в своей жизни, и кричите «Нет-нет, я не хочу этого», вы и это притягиваете в жизнь своим вниманием. В этой, основанной на притяжении Вселенной, исключений нет. Ваше внимание к чему-либо включает это что-то в ваши вибрации. Если вы задержите на этом предмете внимание или сознание надолго, закон притяжения привлечет это к вам, потому что «нет» не существует. Короче говоря, когда вы смотрите на что-то и кричите «нет, я не хочу этого, убирайся», на самом деле вы призываете это к себе. В этой, основанной на притяжении Вселенной, «нет» не существует. Ваше внимание к чему-либо говорит «да, приди ко мне то, чего я не хочу». К счастью, в физической реальности пространство-времени явления не проявляются в жизни мгновенно. Существует такая замечательная вещь, как буфер времени, между тем, когда вы начинаете о чем-то думать, и моментом его появления. Этот буфер времени дает вам возможность перенаправить внимание преимущественно в сторону того, чего вы действительно хотели бы видеть в своей жизни. Задолго до того, как явление воплотится, на самом деле в тот момент, когда вы впервые об этом подумали, вы по собственным ощущениям можете понять, хотите ли вы, чтобы оно воплотилось или нет. Если вы продолжаете уделять этому внимание, неважно, хотите ли вы его в итоге или нет, оно появится в вашей жизни. Эти законы, даже если не понимать их действия, влияют на жизнь, несмотря на ваше невежество. Вы можете не осознавать, что знакомы с законом притяжения, но его эффекты проявляются во всех сферах вашей жизни. Когда вы задумаетесь над тем, что сейчас читаете, и станете замечать связь между тем, что вы говорите и думаете, и тем, что получаете, то начнете понимать могущество закона притяжения. Сознательно контролируя свои мысли и фокусируясь на вещах, которые вы хотите привлечь в свою жизнь, вы начнете во всех сферах получать желаемый результат. Ваш физический мир огромен и разнообразен. Полон удивительных событий и ситуаций, некоторые из которых вам нравятся, и вы хотели бы их пережить, а некоторые нет, и вы не хотели бы их пережить. Когда вы пришли в это физическое тело, вы не собирались требовать, чтобы мир изменялся в соответствии с вашим мнением о том, как все должно быть устроено, уничтожая то, что вам не нравится, и добавляя то, что нравится. Вы здесь, чтобы создавать вокруг себя мир, какой вы захотите, позволяя существовать и такому миру, каким хотят видеть его другие. И хотя их выбор ни в коей мере не препятствует вашему, то, что они выбирают, привлекает ваши вибрации, а следовательно и вашу точку притяжения. Мысли обладают магнетической силой. Закон притяжения и его магнетическая энергия простираются во Вселенную и привлекают другие мысли, которые вибрационно ему подобны. И вот что для вас из этого следует. Ваше внимание к различным темам, активация мыслей и реакция на них законы притяжения отвечают за каждого человека, каждое событие, каждое обстоятельство, которое встречается в вашей жизни. Все это приходит в вашу жизнь через некий магнетический канал, потому что вибрационно соответствует вашим мыслям.
Вы получаете суть того, о чем думаете, неважно, хотите вы это получить или нет. Сначала это может беспокоить вас, но со временем мы надеемся, что вы сможете оценить справедливость, неизменность и универсальность могущественного закона притяжения. Когда вы поймете этот закон и начнете обращать внимание на то, куда направляете ваше внимание, то вновь будете контролировать собственную жизнь. А этот контроль, в свою очередь, напомнит вам, что нет ничего, чего бы вы желали и не смогли достичь. Нет ничего, чего бы вы не желали и не смогли бы от этого избавиться.